На биатлонном центре в Ханты-Мансийске опять стреляют. Правда, на этот раз только в воздух. На дистанцию уходят группы участников кросса нации. В связи с пандемией организаторы решили не проводить массовые забеги, а только спортивные. Самым младшим участникам 12 лет, самому старшему 64. Минимальная дистанция 1,5 километра. Взрослые опытные спортсмены должны будут пробежать уже 5 километров. В этом году кросс нации разбит на две части – очную и заочную. В очной части принимают участие только спортсмены. 250 бегунов разбиты на возрастные группы и разные дистанции. Еще более 1000 любителей бега приняли участие в кроссе наций заочно. Награды победителям вручила Наталья Комарова. Для всех здоровья, всех успехов. И важно, чтобы мы знали, что те, кто уже бегает, используют по полной программе возможности, которые созданы в мире для поддержания здоровья, сохранения его. Те, кто еще не сделал этого, в запасе есть такая возможность. Воспользуйтесь ею.